Всем привет! Сегодня снова кулинарный влог. Спасибо, что зашли на мой канал. Так, сейчас я приготовлю блины. Вот такое у меня молоко. Овсяное. 1,3,2. Мишель купила 1,5. Ну, я взяла одну такую. Затем нам понадобится овсяная мука. А это у меня аквафаба. Девочки, это аквафаба. То есть водичка с нута. Вот, не буду останавливаться, я уже в прошлых видео говорила, что это заменитель яйца. Значит, сейчас вливаем сюда аквафабу. Следующее мы добавляем овсяное молоко. Вместо сахара я добавляю мед. Затем все хорошенько взбиваем. Поверьте, аквафаба взбивается ничуть не хуже, чем яйца. Поэтому больших усилий вам не понадобится. Когда мед хорошо растворился, я добавляю овсяную муку. Муку сыплю буквально по чуть-чуть, по ложечке, чтобы легче было взбивать. Я буду использовать сегодня овсяную и кукурузную муку. Блины получаются очень красивые, вкусные. Если их не накрывать, то и очень хрустящие. Так, немножко добавим кукурузной муки, буквально пару ложек. Кукурузный цвет более такой желтенький дает. Если сделать более, ну, только овсяные, получится такие коричневые. Так, ну и в самом конце добавлю тыквенного масла сюда. Вот. И оливкового масла. А вы какое масло употребляете, такое можете и положить. Это не принципиально. Так, перемешиваем. И сейчас будем выпекать. Так, чуть-чуть размазываем. Маленькие не всегда получаются. Ничего, я думаю, он меня простит. Очень вкусные получаются. Кстати, ни сахара, ни соли мы не вложим туда. Потом просто медиком смазываю и все. Так, сейчас налью мед. Девочки, вот такие блинчики у меня получились. Я их завернула уже с медом. Вот, дам сыну с курагой, с орешками и с черносливом. Ну, реакцию сына засниму. Сейчас будет первая проба блинов. Так, видим тут орешки. Давай пробуй. Сухофрукты, да. Так. Без сахара, без яиц, без белой муки. Пробуй. Что? Очень вкусно. Но с медом. Угу. Мед чувствуешь? Очень сильный мед. Да? Ага. Ну, бабушка пообещала еще там меда купили на Украине. Хорошего, домашнего. Угу. И ты просишь. И ты просишь, да? Сейчас я тебя буду кормить. Ну, ой, ударился. Ну, нормально, дождался? Угу. Неделю, наверное, просишь блинов, да? Угу. Мила, и ты просишь, скажи, я больше, чем неделю прошу. Ничего, скажи, совсем ничего. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось.